Здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Не начинаем только проходить по стрелам. Он зашла серийка пилотненькая. Блин, ну мне понравилась игра, честно. То, что первый это сделал, прикольно. Вам, видимо, тоже зашла эта игра, поэтому начинаем проходить полностью. Меньше болтовни, больше прохождения, думаю, поэтому Саш подобнее на девочку кофейку при этом печи-то, да. При этом пить это кто хочет, при этом вообще пить кофе, пить или пить воды. При этом просмотра, у Саши поудобнее надевать пледик. Сейчас при этом просмотра, а мы начинаем. О, привет! Так, смотрите, мы с вами здесь. Есть укрытие от бури. Let's go. Ну, бля, побежит. Вот так быстрее будет. Так 100% быстрее будет. И что проходим на максимальном уровне сложности? Даже на максимальном уж проходим, блядь. Да, на максимальном проходим. На максимальном. Никого нет. Да, никого нету. Ты права. Ля, ты шо, ты посмотри, ну... Есть кто здесь? Лайк вот такой, лайк. Ответьте! Одна только спичка. А то, что ты в реке, блядь, мать, купалась, ничего? А я еще похуй. Мать купалась, блядь, смотри. Что? Она купалась, блядь, короче, в речке и похуй вообще. Спички похуй вообще, в принципе. Ну понятно, блядь. Что там? Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара... Ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Рот? Разве этого мало? Ну да. Все, хватит, перерыв. Рот верит, да. Я хочу выпить. Окей, окей. Ну понял, да, когда... И Сэмми. Рот так залетает. Спасибо. Что? Прошу прощения. Она не всегда такая зануда. Давай, вот тоже самое! Ну, такой же был шанс. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело? Лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона.
Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что, если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит, пройдем. Неужели вы это серьезно? Хватит! Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Ничего, помой посуду, бля, ебаный. Ёбнешься, да. Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Женщина в дикой природе. Ух, пупу, есть пища. Ну давай, найдем. Ёбан. Ох, нихуя ты ночью. А как спринтить? Ты сюда иди! Сюда иди! Боже, что здесь происходит? О, блядь. Ну, лук давай хоть достанем. Стоп. Лук мне пригодится. 100%. О, блядь. Ёбаная. О. И как нам забраться-то, ёбаная? Может, есть чё... Блять, ну вон оно, я вижу. Подожди. Опа. О. Мне нужно оружие. Понятно, что тебе нужно оружие. Много чего хочешь. Нужно найти оружие. Да вон оно, как, подожди. А, ну я понял. Все гораздо проще, ребят. Так перед этим мы сначала... Блять, ну что, спринт либо? А, ну хуй, да, открывается. Ну понятно, я понял. Короче, перед этим нам нужно... Бля, чё с сенсой-то нахуй? Подожди. Опа, нахуй. Не, ну ты видел? Ты видел, ёбана? Давай, не ссы, ёбана. Тихо, тихо, блядь. Я справлюсь. 100%. Ну. О, блядь. Я понял. Блядь, ну ты молодец. Ну шо, теперь у нас пожилой лук есть, да? Самодельный лук, пожилой лук, да. Посмотрим, в каком он состоянии. Давай посмотрим. Просто вспомни уроки Рота. Рота? Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. А, это приближение. Я хочу есть. Я должна найти. Пойдет. Еду. Погнали, бать, искать. Чё ещё делать? Ну и хуй приделать, ну что делать? Опа! Видал? Целую речку мы с тобой прохуярили. Да, ну кстати... Ну ладно, пойдёт. О, стрелы, нихуя, просто так валяются? Да ладно. Ту-ту-ту, блин. Бам, нахуй. Это... Чё, блядь? Это нам такое надо. Не понял нихуя, ну ладно. О, брат, здорово. Стоять, блядь. Сучка, иди сюда. Погнали за ней. Я, может, будешь быстрее передвигать? Прости, бедный олень. Прости, пожалуйста. Бля, наверное, нажимаешь перезарядить, прикинь. Я хуею, блядь. Прости. Бля, такое осуждаем такое. Но вообще, типа, это, ну, она в дикой природе.
Это естественно, блять, для природы, в принципе. Так, так что YouTube, это естественно для природы. Если ты в дикой природе не настал, что ты будешь голоду помирать? Нет. Ягодки кушать? Ну нет. Конечно, мы такое осуждаем, 100% осуждаем, но в любом случае. Ой, бля. Ты, конечно, будешь сырым это есть. Все, пора в лагерь. Какой, блядь? Сюда надо? Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Хорошо. 100% может так и сделать. Навыки. Продолжим. Звериное чутье. Слух и зрение обострились. Теперь вы легко замечать животных и источники пищи. Искусство выживания. Вы получаете больше опыта за разделку животных и тайные и тайники с пищей. Поиск запчастей. Вы тщательно осматриваете ящики поиска запчастей. Сбор костей. Вы настолько преуспели в свежевании туш животных, что получаете при этом запчасти для оружия. Возврат стрел. Запасливые лучники не брезгуют забирать стрелы с тел врагов, убитых из лука. Блять, ну звериное чувство, слух и зрение обострились, теперь легко замечать животных и источники пищи. Ну, хуй его знает, короче. Блядь. Я бы, конечно, стрелы, блядь. Давай стрелы с тобой фигачим. Все, давай освоим. Это будет более логично, я думаю. О. Охотник мод. Ну ладно, блядь. Навыки. Недоступно. Хорошо. Я Конрад Рот, капитан Эндюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Эндьюран, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала... Главное, помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Пи-пи-пи. Все, до свидания, бэ. Так, ну это, короче... А, это что, поддохнуть? Короче, я понял, это навыки. С чего же начать? Да ни с чего. Ну, найдите выход из леса. Ага. Так, что здесь еще есть? Здесь навыки, есть документы. Ноль документов, да, у нас? Охуенно. Снаряжение, блядь. Хорошо. Подожди. Найдите выход из леса. То есть нам вот сюда пиздоши, да? То есть вот так вот нахуй, через речку вот сюда. Игрок. Let's go! Музыка. Ну так она быстрее передвигается, типа зары, бля. О, ебать, смотри, распрыжечка пошла. CSGO ебашим. Слышь? Что за хуйня? Эй! Опа. Эй! Есть там кто? Да. О, бля. Думаешь? Я думаю, не стоит. Не-не-не, нахуй надо. Наверное, это и есть проход. Черт! Бля, ой, бля, брат. Ой. Что это за символы? Ой, бля.
Верни мне факел. Факел верни мне, блядь. А, блядь. Может, факел не верни? Ну, нахуй. Ну, блядь. А, ладно. Перелезай все это дело. Что я делаю? О, вот это, кстати, очень плохая тема. Сейчас мой последний, видишь, зачеркнут, нихуя. Последний зачеркнут. Что ты делаешь? Я хуй на искал, не надо. Ты, бля, полезла. Причем. Пать. Такое же кого-то. О, боже. Это безумие. О, ящик. Что-то нашли, блядь. Еще ящик. Традиционная маска театра Но. Бля. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. 100%. Традиционная маска театра Но. Женщина, ага, она древнее остальных. Только еще так можно какие-то темы, да, искать, я так понимаю. Понятно. Здесь больше нихуя нет полута. Ой, бать. Вот хуя заперто. Ну, я так и думал, блядь. Тут нужно чем-то взломать. Чем же ты взломаешь? Ой, бля, понял. Бля. Кирка. Добрый. А, да, то есть вот это... Ой, бля. То есть я могу открыть, да, дверь? Что? Да. Так, то есть то, что там проход есть, да, это вообще все равно, блядь. Да, нахуя вот здесь что-то делал, блядь. Я в шоке, блядь. Давай, погнали, блядь. Давай, 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 давай. Опа! На самом деле очень довольненькая такая, знаете, атмосферненькая игра. Очень атмосферненькая. Хоть на 2013 года, 13 года, да, но... Ладно. Очень атмосферная. Опа, волк какой-то, блядь. Знаете, блядь. Шо, а. Блядь. Ой, ну его нахуй, слушай. Сэмми? Им нужно идти по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Сука, только выйди, блядь. Да, ну тебя ебать не видно нахуй за лука. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно.
Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов. Чего, блядь? Штормовыми стражами. Штормовыми, блядь. И они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря. Вообще похуй, знаешь, вообще похуй. Видишь, ты сейчас уснешь. Сэмми? Матис! Сэмми! Опа, блядь. Пошли, блядь, на, в уголочек, да? Пошли, блядь, наедине побыть. Ух, ебать! Чёрт! Сэмми! Аккуратней, мать, ты чё? Мать, аккуратней будь. Ой, бля, волк еще. Блядь. Тут попробуй, блядь. Бам, нахуй. Давай, блядь, следующий, блядь. Кто там, блядь? Вот здесь, тварь, высиди, смотри. Бам, нахуй. Вот здесь еще выскочит, смотри. Смотри, вот здесь выскочит. Ну давай, выскакивай. Так и знал, блядь. Ебать, с оружием еще бегает. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Птенчик. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет. Самое любимое в таких играх. А остальные разойдутся. Давайте разделимся. Я с ней. Нет, нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ай, бай, бросаешь нахуй? Пошел подрочить, я уверен. Проверяй нахуй. Сейчас пойдет, блядь, спустит, ебать. Неплохо. Подожди, блядь. Ноль навыков. Ну и до свидания, блядь. Не очень хотелось, блядь. Так, что у нас здесь с тобой есть? Бать, зарегенило все. Ой, бать. Бля, факела у нас нет, да, с тобой? Это было бы неплохо. Подожди, а где факел у нас с тобой? Подожди, блядь. А, блядь, да? Let's go! Думаешь, я просто так, что ли, буду делать? Распрыжечка пошла, родная. З-
запчасти. Собирать запчасти, чтобы модифицировать оружие. Хорошо. Сразу видно, кто прошаренный, да, здесь? Чё, блядь? Я открою его, блядь. А ну-ка, блядь. Ай, недоступно еще, да? Ну понятно, блядь. Все, все ясно, блядь. Прикинь. Что ты делаешь? Let's go, блядь. Надо, опа. Это мне такое надо. Так, ну пошли. Лара, сюда! Я кое-что нашел! Что ты, блядь, нашел? Мне это не нравится. Мне тоже. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Опа. Прикинь, что нашел. Ворот. Предупредить о волках, доктор. Да нахуй надо, ему похуй. Это сюда, блядь. Опа, опа. Сюда, блядь. Ты думал не замечу, а я заметил. Максимум, да? Короче, когда волки ебашат, оп, вот так, уворотик, оп, уворотик стрельнул, понял? Давай, распрыжечку, погнала, пошла распрыжечка, блядь. Распрыжечка моя любименькая пришла. Дожди, блядь. Ты видишь, что здесь? Уякс. О, вон вижу. Сюда, блядь. Еще один храм. Кому они поклоняются? Ну, кому-то, блядь. Тут история умалчивает, конечно. Опа, блядь. Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Да, понял. Бля, прикольно сделали тебе, ну, типа, не нужно читать. Она сама читает, прикольно тебе. Опа, подожди. Прикольно. Конечно, это ее подруга, да, тут ее снимает, ебать. Типа блогер, да? Ну окей. Не-не, это мы забираем 100%. Все, ща, подожди. Тут есть. О, вот еще лут. Блять. Ты что думаешь? Я, блядь, столько игр поиграл уже, что, блядь, я всю хуйню знаю ваш. Опа, еще лут. Еще лут. Во, ебать. Еще лут. Думаешь, тебе это не надо? А я знаю, что надо, поэтому я, видишь, о, еще лут. Просто так лежишь, понимал. Ну, пособираем. Где-нибудь он там. Больше нет ничего такого. Нет, я быстренько пробегу, тут все посмотрю. Нет, значит нет. О, бля. О, бля. Давай, let's go. Сюда нам не нужно было, я просто так любознательно пошел. Давай, погнали, блядь.
Ой, блядь. Это нам нужно. 100%. Ладно, погнали туда, основное задание. Как он там что говорил-то, блядь, нажимать? Ну. А, вот. Туда идем. Здесь нет ничего, блядь. Я же, блядь, эти игры знаю такие. О, опа. Опа, блядь. Я заберу, мне похуй. Кто там, волки, че не волки? А, туда еще хуй заберешься. О, еще смотри, что нашел. Заберешь сюда, ебать. Не, ну ты видел, я все забираю чисто, блядь. На опыте уже, понимаешь? Чисто на опыте. Ладно, let's go к нему, блядь. Потом он еще обидится, еще надо скажет. Бросила меня. Что ж поделать? Дожди, блядь. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Ну, я так и думал, в принципе. Посмотрим, что тут можно сделать. Опа, блядь. Опа. С помощью запчастей можно модифицировать оружие и снаряжение. Делать это можно в меню снаряжения. Солнцепоклонники. Кирка. Кани. Блять. Укрепление. Аматерасу? Возможно, возможно. Так, подожди. Эту кирку. Слышь, а лук можно мне, блять? А лук? Блять, и для кого я все это, блять, старался, искал? Стали поклоняться древней япон... Опа, сразу. Сосешь, блять, сразу же, погнали, блять. Бамс. О, ёбаный рот. Нормальная тема. А, ну, let's go. Ну, Лара, попробуем. Подожди, блядь. Давайте, доктор. Ты готова? Нет. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару? Моя юная протеже. За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Нормально. Я понял. Какой-то Уитмен, блядь, не Уитмен. Подожди, блядь. Дядя Петя, подожди. А ямба нахуй. Сейчас, подожди, чекну вторую. Блядь, пройди. Ну, здесь, собственно, нихуя. А жалко. Ну, давай, ладно, let's go. Да, иди еще медленнее, блядь. Ай, бай, да, ты такой сильный, что решил, блядь, каменную стену, блядь, подержать. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца.
Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Этот остров просто исторический памятник. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно. Это Пимико! Смотрите. Котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Бомба. Не надо. Пусти. Ну, сразу видно, да, блядь, кто на мужике. Кто на мужике сразу видно. Не спорь с ними, Лара. Да, блядь. Делай, что они говорят. Будьте долбить, скажешь. Не спорь, блядь. Так же ты скажешь, не спорься, не спорь, пусть подобно. Дай мне пистолет. Свидание, свидание. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам нужно? Тихо! Лара! Хочу послухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. О, блин. Не трогай их! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Эй, приведите пленницу! Уже иду! Долбоёбы, ты. Если эти не захотят сидеть тихо, вали всем! Черт! Ну ты охуел! И что мне делать в этом случае, блядь. Ладно, ебать, и пошел мимо, ебать. Клоун, ебаный, блядь. Вот и пизду отсюда. Выходи, выходи. Кто видит? Блядь, ты что, дурак?
Думаешь, спрячешься, кукла? Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Не понял, что надо делать, блядь, ладно. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Что он был сделать? Ты дурак, что ли? А, там написано, блядь, ну ясно. Да, блядь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Блядь, что нахуй? Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда... Да иди нахуй, мужик уже, блядь. Ты тоже бойкая сучка. Сука, отсоси, блядь, отсоси, нахуй. Сосёшь ты, блядь? Да, нахуй. Бля, бать, чё за механикой, бать? Ты пистолет разряжен, ёбаный. Патронов. Что мне делать, блядь? Куда? Что нам делать? Подожди, блядь. Шо, блядь? А тебя мне трахни, сам тебя трахну, блядь. О, блядь, подожди, у них же тоже есть лут. Ёбаный сыр, а я чё нахуй? 5 патрончиков, представляешь? Кто нашёл? Let's go, блядь. Убить её! Убить её!
уходим, уходим отсюда. Ну его нахуй. Подожди, ты клуб подбери сначала. Чего не слышно? Что скажешь? Дохло, наверное. Проверьте все тебя! Эй! Пошли там еще научный корабль. Да. Брат, что случилось? Ничего, брат. Подошел твой суд. Что у вас там? Все в порядке? Нет. Вообще не в порядке. Все. Бля, ебать. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Блин, тут три очень такие... классных навыков. Звериное чутье, мародерство и... боезапас. Давай боезапас. Свой, да, конечно. Можно свой больше носить. Даже не мясо. Костюмы. Короче, смотри, этот костюм здесь покрыт грязью, специалист маскировки, прямо как для узких боевиков. В этом костюме Лара похожа на искатель приключений 30-х годов прошлого века. В этом костюме Лара похожа на настоящую партизанку. Альпинистский костюм Лары, защитный жилет кошки, страховочное устройство.
Костюм Ларан подрывник. Комбинезон, инженер и поезд для инструмента. Верный выстрел. Костюм Ларан, верный выстрел. Костюм стиль, высокий ботинчик, плеч. Вот это. Почем? Ух, ебать. Почу так дорого, блять. Ну да, посмотрим, вес почем. 450, 200, 200. Отдача уменьшается, а если сидим больше, точно с урон. Давай лук пока. Ладно, пусть надо пока лук. Оплетка тетива улучшает скорострельность. Ну давай. Пока что возьмем это. Так, вот здесь где-то тайник есть. Вот тайничок-то. Снем это вот туда, что ли, все? Хорошо. Здесь нигде нет входа. Хер его пойми, ну ладно. Ладно, погнали с ним. Могу сохраниться? Интересно, что это? июля 1982 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые. Они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Крушение, это журнал Матиас. Он попал на остров много лет назад. Кажется, это тот человек, что был рядом с Самантой. Ага. Подожди-ка.
Я понял. Бля, он сливку нарядил. Ты видел? Сливку он нарядил классно, да? Классный наряд, как по мне. Так, ладно, let's go. Хорошо поговорили, я считаю. Для чего нам это? Это что, спросить путь, что ли? Хорошо. Думаешь, меня найдешь? Максимально. Подожди, для чего? Это проход просто, да, я так понимаю? Хорошо. Я затушил, зачем-то? Затушил, зачем что? Так, давай вот это соберем. Она где-то рядом, ищите! Хватить или убить? Убейте! Здесь слишком много морочек. Вы двое, проверьте там! Понял. Да, конечно, упала. Добрый вечер, ебать. А вы что думали? Есть просто очков, что ли? Нихуя. Нихуя. Так не пойдет. Новый момент.
Я справлюсь. О, блин. А я лезу, полезу. Что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста. Так. Сейчас. Рюкзак где-то там. Да, здорово. Ебать. Короче, знаешь, что предлагаю? Давай мы это ставим на следующую серию с тобой. Хорошо. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши комментарий. Спасибо заранее, кто это сделал. Подпишись на канал, как-никак. Телеграм-канал на ваших экранах. Либо в описании, все здесь. Сайдики, не инсайдики, плюс уведомления о видео каждых. В принципе, все. Такая серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях, давайте.